Во Владивостоке прошел молодежный день Восточного экономического форума 2024. Студенты не только обсудили ключевые вопросы развития Дальнего Востока с крупнейшими международными экспертами, но и презентовали себя. Сегодня мы находимся в офисе Сбера и будем рассказывать про молодежные акселераторы Сбера. У Сбера сейчас есть несколько акселераторов для школьников старших классов и для студентов. Это система, которая за год помогает стартапу развиваться, то есть Сбер оказывает разнообразную поддержку, в том числе это менторская поддержка, это какие-то юридические вопросы. Сбер также помогает с привлечением инвесторов и потенциальных заказчиков, с которыми также они выводят и дают стартапам развиваться и продвигать себя. На питч-сессии два участника акселератора Сбера рассказали о своих проектах, их пользе и перспективах. Никита Нихаенко и Александр Зыков – студенты Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. В феврале они получили признание на международной конференции Step Conference. Я основатель проекта Парк АР. Это мобильное приложение по цифровизации парков. Мы внедряем мобильное приложение в парке, в которое пользователи могут заходить и разнообразить свой досуг. Немного вкратце расскажу идею проекта. Посетители приходят в парк, иногда им скучно, иногда они часто теряются. Администрации парка нужно увеличивать контакты с посетителями. И для этого мы сделали платформенное решение для парков Парк АР с геймификацией в виде дополненной реальности. То есть люди могут заходить, проходить 3D-квесты, игры, а парк может взаимодействовать с ними, общаться и так далее. Сбер нам помог прокачать наш проект, мы получили менторскую поддержку. Я сам основатель стартапа «Автомаркет». Мы автоматизируем ритейл. У нас есть кейсы, которые помогают для магазинов и дарксторов в виде умных тележек с искусственным интеллектом и кейсами с навигацией, которые ускоряют внутренние процессы ритейла. Отметим, что принять участие в акселераторе могут студенты, аспиранты, научные сотрудники или преподаватели вуза. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте «Сбер Student». Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.